Вашему вниманию представлены распаковки, обзоры, тесты товаров и все это на канале «Китай стал ближе». Всем салют, дорогие друзья, с вами канал «Китай стал ближе» и сегодня мы продолжим тему заработка в интернете без вложений. В прошлом видео мы разобрались, как вернуть деньги с покупок при помощи кэшбэка, а сегодня мы разберемся, что такое EPN Commerce в частности. Значит, как заработать в EPN Commerce, ничего не покупая? Сейчас я вам все расскажу. Значит, начнем с того, что я сам зарабатываю с помощью этой программы. Пока у меня небольшие заработки, и это только потому, что я неправильно начал. Я неправильно начал, сделал небольшие ошибки, и я вам хочу рассказать, как не делать эти ошибки и как с нуля заработать больше, заработать нормальные деньги. Я вам не скажу, что там миллионы, но довольно-таки нормальные. Значит, что такое EPN Commerce? EPN Commerce – это партнерская программа, которая позволяет зарабатывать на покупках в интернете, размещая ссылки на товары в разных источниках, сайтах, соцсетях и всем остальном. Итак, давайте разберем по шагам, что нам надо сделать. Первый шаг – это регистрация. Вы переходите по ссылочке, которая будет под этим видео, и регистрируйтесь. Так как это связано с деньгами, лучше указывать свои подлинные данные, то есть работающую электронную почту, придумываете пароль, придумываете ник и в принципе все. Потом вы переходите в личный кабинет, где вы получаете партнерские ссылки. С помощью данной ссылки на какой-либо товар мы уже будем зарабатывать деньги. Шаг третий – это направление трафика на эту ссылку. То есть мы размещаем эту ссылочку в соцсетях, размещаем эту ссылочку на своем сайте, размещаем эту ссылочку, ну, где угодно, дарим друзьям, там, они переходят по этой ссылочке и покупают своим знакомым, кому угодно. И все, четвертый шаг, получаем с него доход. Сегодня я рассмотрю именно AliExpress. Ну, во-первых, я работаю с AliExpress, на других магазинах я пока еще как бы не заказывал, ну, заказывал, но мало. А во-вторых, потому что это самый крупнейший интернет-магазин, очень большой объем продаж, и работа в этом магазине открывает огромные возможности для заработка. Так что давайте начнем с AliExpress. Ну что ж, давайте поговорим о заработке. EPN дает вам ставку 8,5% от суммы заработка на Али. К примеру, берем вот телефон за 3900. Значит, телефон стоит 3900, мы получаем на него партнерскую ссылку. Так его кто-то покупает, и сколько же мы с него заработаем? Давайте посмотрим. Получается, что мы с него заработаем 331 рубль. Вот, пожалуйста, это если один телефон купит. А если перейдут по несколько раз по этой ссылочке, а ссылочку вы разместите не одну. То есть даже если вот разместите ссылку телефона, и у вас купят один раз этот телефон, вы просто так получаете 330 рублей, ничего не делая, абсолютно. Просто разместили ссылку и получили деньги. Все, разместили ссылку, получили деньги и вывели их спокойно. Никаких ограничений по выводу. Единственное ограничение — это то, что сумма должна быть больше 10 долларов. То есть у вас купили, вы накопили 10 долларов и вывели. Способов вывода очень много. Все можно посмотреть в личном кабинете, сейчас откроем, посмотрим, там порядка 7-8 способов. Я вот пользовался WebMoney, пользовался Яндекс.Деньги. То есть очень удобно, приходит быстро, ничего ждать не приходится. Ну что ж, о заработке мы поговорили, теперь давайте поговорим, что же у нас есть в личном кабинете. В личном кабинете у нас представлено очень много инструментов. Во-первых, для начала, давайте прямо начнем сначала. Первое, что у нас идет, это идет у нас статистика. То есть по этой статистике у нас видно, что мы покупали, сколько переходов, сколько показов, вот, сколько было показов, сколько кликов, сколько хостов. То есть клики — это сколько раз кликнули по вашей ссылке, которую вы разместили. Хосты отображают, сколько человек кликнул. То есть, допустим, вот здесь кликов 41, а хостов 31. Это значит 31 человек зашел, а кто-то кликнул, может, 2 раза, кто-то 3 раза по ссылке, а было всего 31 человек. И отображается также вот ваш доход в обработке. После того, как человек получит этот товар и подтвердит, это уже будет ваш доход.
Значит, ну здесь статистики, в принципе, ничего сложного. Я думаю, даже разбираться. Здесь все видно, все понятно. То есть купили, у вас показалось. Все. Это вот размещение, когда вы разместили, сколько раз кликнули по ней. Здесь ничего сложного. Давайте перейдем дальше. И это самое интересное. Это инструмент. Это важнейшая часть. Вот я вам не буду врать, я пользовался здесь только партнерскими ссылками. Особо в остальном не разобрался, поэтому и доход такой низкий был. Здесь можно делать много чего. Можно генерировать купоны, баннеры, деплинки. Вот дальше поиск купонов, я даже не лез, это больше для разработчиков. То есть, кто у кого есть свои сайты, то есть размещать товар уже на своем сайте. Но давайте начнем именно с партнерских ссылок, потому что это один из важнейших инструментов заработка. То есть, что такое партнерская ссылка? Давайте посмотрим. Мы выбираем любой товар. То есть, допустим, что-то вы захотели вообще без разницы просто. Вот, допустим, майки и футболки. Берем футболку. Допустим, вот такую вот футболку. И что нам надо сделать, чтобы получить партнерскую ссылку? Мы копируем ссылку на странице этого товара. Вот зашли мы на товар и копируем ссылку на странице этого товара. Переходим в личный кабинет. Нажимаем инструменты, партнерская ссылка. И у нас появляется вот такое окошечко с тремя строчками. Значит, название креатива. Это как вы назовете эту ссылку, то есть футболка. Это в моем случае. Здесь на второй строчке это магазины. В каком магазине вы этот товар именно нашли? В нашем случае это AliExpress. И последнее это вставить ссылочку. Ссылка самого товара. Теперь нажимаем создать партнерскую ссылку. И вот она появилась. Значит, что у нас дальше? Что отображается здесь? Это целевая страница. Вот на других ссылках, допустим, видно, вот я вчера размещал часы спортивные, вот видите клики, 11 кликов. Здесь указано, сколько раз кликнули по этой ссылочке. То есть вы можете еще так отслеживать. Теперь, что нам надо сделать для размещения этой ссылки? Как на ней заработать? То есть создать мы создали эту ссылку, а теперь как нам на ней заработать? Нажимаем вот сюда, вот партнерская ссылка. И у нас появляется вот такой код для вставки. Ну, это длинная ссылочка, нам надо ее сократить. Здесь есть свой сокращатель. Нажимаем сократить, и вот появляется такая коротенькая ссылочка, с которой мы уже будем работать. Выделяем ее, копируем и переходим на нашу площадочку. То есть о площадочках я вам расскажу тоже сейчас поподробнее немножко. Переходим на нашу площадку. Вот, допустим, моя площадка, и здесь я размещаю товары. Вот часы, о которых я вам говорил не так давно. Здесь размещаем наш товар. Нажимаем вставить. Вот, появилась эта футболочка. Нажимаем отправить. Все, ссылка размещена. И вот теперь уже, если кто-то перейдет по этой ссылочке и купит эту футболочку, у нас уже засчитается покупка. То есть эти денежки пойдут уже в обработку сначала, а потом уже поступят к нам в кошелек. То есть все просто. Заработать. Что нужно сделать для заработка? Выбрать товар, скопировать ссылку, перевести ее в партнерскую ссылку и разместить эту ссылку у себя на странице. Все, больше вам ничего не надо для начального уровня заработка. Теперь перейдем в личный кабинет. Что же есть у нас еще в инструментах? В инструментах есть деплинки. Деплинк это, в принципе, то же самое, что и ссылку делать, но только это именно на какой-то раздел. То есть вот раздел есть платья, да, и мы копируем ссылочку и делаем уже деплинк. Получается, копируется у нас не ссылка определенного товара, а ссылка целого раздела. Что еще здесь есть в инструментах? Есть баннеры. То есть можно создать баннер любого размера. Пожалуйста, выбираем резон, размер. Вот они, появились у нас баннеры. Пожалуйста, выбираем любой, размещаем, у кого есть свой сайтик. Размещаем баннеры. То есть вот размеры. Любого размера, какого вам только угодно.
можно сделать любой баннер. Дальше есть купоны, тоже различные купоны, различные товары можно размещать у себя на страницах, в соцсетях, где угодно. Средства для заработка не ограничены абсолютно, а ограничены только, наверное, временем. Просто когда нет времени этим заниматься, это тоже ограничивает заработок. Если кто-то там сидит дома в декрете, временно без работы, пожалуйста, средства не ограничены, зарабатывайте как можете. Но самое главное, это еще не все. Размещать все вот это вот, партнерские ссылки, деплинки, можно на ваших площадках. Что такое ваша площадка? Это, давайте вот перейдем опять же ВКонтакт. Вот, допустим, есть у меня страничка, да? Это площадка для размещения. Как добавить эту площадку? Добавить довольно-таки легко. Заходите, допустим, на свой сайт или на свою страничку ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке. Вот именно ту страничку, где вы хотите разместить свою рекламу, заходите туда. Копируете ссылку, переходите в площадки, и есть вот здесь вот графа «Добавить площадку». Выбираете, что это именно: мобильное приложение, видеообзор, реклама, сообщество в сети. Выбираете также магазин, какой будет магазин. И вот здесь вот вставляете уже ссылочку своей площадки. Нажимаете «Добавить в обработку». Все. Обработка где-то в течение суток у них. То есть после того, как обработалось, у вас появляются вот у меня свои площадки. У вас здесь появятся ваши площадки, на которых вы уже можете размещать свои ссылки. То есть ничего сложного. Добавили свою страничку ВКонтакте, в Одноклассниках, свой сайтик. Добавили, в течение суток ее рассмотрели. И все. Дальше выбираем товар. Любой. Выбрали товар, скопировали ссылку, перешли в личный кабинет, и все. Движение, ссылка готова. То есть вообще никаких проблем. То есть видите, насколько быстро, не нужно тратить времени, ничего. Все, ссылка готова. И вот товар у вас уже продается. Последнее, о чем можно поговорить в личном кабинете, это новости. Где у вас размещены новости о компании, о всем происходящем, какие-то нововведения. Здесь есть все, то есть EPN Commerce держит всегда в курсе событий, что у них происходит, что меняется, какие-то изменения. Все есть, новости. И пишите в техподдержку, если у вас что-то не так. Я вот тоже писал, были небольшие проблемы, я писал. Еще у них есть розыгрыши, то есть... Когда переходите именно в свой кабинет, где у вас все данные, здесь есть участвовать в розыгрыше. То есть разыгрывают подарки. Пожалуйста, пускай небольшой, но очень приятный бонус. Ну и о заработке я уже говорил. Вот я выводил два раза на кошельки, на Kiwi и на WebMoney. Перепутал, Яндекс не выводил. Kiwi и WebMoney выводил деньги. Так, что же у меня сейчас есть в личном кабинете? Вот на балансе у меня $20 и в обработке почти $40. Это вот мои честно заработанные, которые я еще не выводил. И в следующем видео я вам расскажу, как зарабатывать больше, а для этого нужны рефералы. Вот в данный момент я занялся рефералами буквально неделю. За неделю я привлек 16 рефералов. И в следующем видео я вам расскажу подробнее, как зарабатывать больше с помощью этих рефералов. Ну а на сегодня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. И в комментариях кому-то что-то, если непонятно. В принципе, все. До следующих видео. Оставайтесь с каналом, подписывайтесь. Всегда рад помочь, если кому-то что-то не ясно. До новых встреч, друзья!